Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я отвечу на те вопросы, которые мне пришли после снятия ролика по концепциям, по доступу к информации по второй части. Я не думала, что концепции вызовут настолько вот резонансные моменты. Смотрите, из тех вопросов, которые приходят, задаются вопросы, например, ну вот... Человек пишет, 70% духовной жизни, 30% материальной, вся конкуренция, потребительство – это система дьявола, в которой мы находимся, прекратить говорить у себя в голове, убрать гонку накопительства. Все мы пребываем временно для того, чтобы развиваться духовно, попасть обратно к нашему отцу и так далее, и так далее, и так далее. И дальше, что должен человек, от чего он отказаться для того, чтобы стать духовным человеком. Либо же вот из присланного было такое, мне надо сперва очиститься от влияния сущностей, откорректировать свое ДНК, и тогда вот человек может позволить себе иметь какие-то развитые сверхспособности, в данном случае видение. Или когда речь идет о бесконтактном бое, зачастую звучит так, что надо сперва отработать нижнюю акробатику, наработать энергетику и так далее, и только потом человек может выходить к каким-то более высоким ступеням своего развития, в том числе, где уже духовность имеет значение и так далее. Заметьте, при этом нигде никто не упоминает слово гипноз, а зря. Дальше объясню почему. Смотрите, вот это все ограничения. Это все ограничения. Зачем они вводятся? Ключевой вопрос в этой жизни – зачем? Да? Зачем? Тот, кто ограничивает, всегда имеет выгоду от этого ограничения. И чем больше человек ограничен, да, тем больше в рамках он находится, и тем меньше он вообще способен рассуждать и что-то менять в этой жизни. То есть он становится, по сути дела, потенциально рабом. И поэтому в основе любой секты, абсолютно любой секты, будут лежать ограничения. Назовете вы эти ограничения законодательными, религиозными, сектантскими, еще какими-то – это все равно ограничения. Ограничения сознания человека. Смотрите, как работает. Вот вы можете смотреть на этот мир с первого этажа, да? Вы многое видите в этом мире, но вы можете подняться на 18-й и зайти за ленточку, где у вас наклеено «Вход запрещен», да, вы туда заходите, и вдруг вы видите, что мир с 18-го этажа отличается от мира с первого этажа. И так дальше, можно идти дальше, выше. Но кто дает разрешение идти дальше, выше? Даже если вокруг вас стоят ограничения, не ходи, табу, убьет и так далее, значит, вы делаете этот шаг. Вопрос, в каких состояниях вы это делаете, потому что есть состояния, при которых Бог просто помогает человеку не свалиться, да, не свалиться, но Бог всегда поощряет желание человека идти дальше в своем развитии, узнавать больше, двигаться вперед, понимаете? Поэтому любое ограничение – это лишь ограничение, это показатель того, что на вас идет воздействие, влияние каких-то сектантских моментов. Это игра в секту, по сути дела, если брать, ну, по-честному смотреть. Следующий вопрос звучал, как выйти из-под этих влияний. Когда мы попадаем под влияние концепций, каких-то системы ценностей и убеждений, плюс там есть еще эффект социализации, индуцирования, то человеку выйти на самом деле достаточно сложно самостоятельно. В таких случаях, если близкое окружение начинает человека еще давить и говорить, вот сын попал под влияние окружающих там пацанов во дворе, да, и вот они там, чтобы не попали в какие-то неприятности. Смотрите, ведь на самом деле все просто. Достаточно выключить мобильный телефон, уйти из общения от 3 недель до 6 месяцев на этот период. И любое влияние внушения перестает действовать на человека. Ничего сложного. Зачем забирать у ребенка телефон и интернет? Отправьте его на Кубу на 3 недельки. Там и так нету ни интернета, ни телефона, понимаете? И таких вариантов можно найти много. Ну, можно найти более дешевый вариант. Вот, хотя Куба тоже на сегодняшний день по акции самолет не так дорого стоит. Ну, вот. Но он попадает в другие условия, где нету влияния окружающей среды. Дело в том, что для того, чтобы внушение продолжало работать, его надо поддерживать. Для этого создается ТВ, радио, канал, вечерние и утренние встречи, моления и так далее. Для этого создается социализация, для этого создается повторное внушение, да? И система поддерживается за счет повторных внушений. Почитайте труд Бехтерева
по внушениям и влияниям, и по их роли в нашей жизни. И все становится очевидным. Но тогда очевидным становится, что надо изучать тему гипноз. Вот просто. Потому что тема гипноз – это не значит директивный вариант, когда вас кто-то зомбирует или кодирует, или издевается над вами, там шоу устраивает эстрадное и так далее. И только директивный вариант и так далее. Что дает гипноз в своей базе? Гипноз в своей базе дает знание физиологии, физиологических реакций в разных трансовых состояниях. Когда вы это знаете, когда вы это видите, вы понимаете, в каком состоянии человек находится, насколько он сейчас внушаем, именно внушаем, насколько ему сейчас в подсознание заходит информация и насколько она сейчас будет отработана в его подсознании. Поэтому, если у вас эта база знаний есть, прекрасно. Если этой базы знаний нет, то ее имеет смысл получить. Более того, она не приходит по книжным учебникам. Вот вы прочли, а нифига, а в голове ничего не остается. Это вот тот случай, когда надо просто тупо взять и отработать техническую базу, там месяц-полтора, погонять упражнения там, на пустом стуле или на человеке и так далее. И в какой-то момент у вас вдруг включается «О!». Вот это так работает. И когда вот это «О» включилось, то, в принципе, остальные техники, я, например, техниками гипноза в жизни в прямом классическом варианте этими техниками я не пользуюсь. Но при этом я знаю физиологические реакции людей, я знаю движение глаз, я знаю состояние каталепсии, я знаю моргание, глотки, сглатывание и так далее, и так далее, и так далее. Я знаю, в какой момент что можно говорить и что можно делать. И это важно, когда вы работаете с психотехниками, потому что все остальное можно исполнить в другом варианте театра. Вот. И когда вы понимаете, что вот в этом состоянии человек находится во внушаемом состоянии, вы понимаете, что либо вы поддерживаете эти внушения для того, чтобы, либо просто взять человека, находящегося под влиянием и во внушаемом состоянии, увести из социума, там, где он уже социализирован, там, где он индуцирован в этот процесс игры, да, когда он погружен уже в концепцию, это значит родить врага. Это то же самое, что давить, да, любое действие предполагает противодействие. И таким образом человек будет проявляться к вам агрессивно, если он там попал под влияние сильное. И если вы будете давить, конечно, вы будете в ответ видеть и агрессию и так далее. Значит, надо быть умным, значит, надо знать, что вот так работает физиология. Если мы это знаем, значит, мы вот так выходим из этой ситуации. Просто везде надо думать головой. И еще очень важно, в том же самом гипнозе, когда до вас доходит, да, как и что работает у человека в башке, когда вы изучаете, очень важно делать действия, очень важно делать упражнения, очень важна сама тренировочная часть. Почему? Потому что в процессе работы рождаются осознание и озарение. Понимаете, о чем говорю? Вот с гипнозом как-то это не воспринимается, когда я говорю, да? Про упражнения. А когда мы думаем о Ньютоне, да, вспоминаем, ему там треснуло яблоко по голове, да, и он вдруг в свои законы написал, да, про тяготение. Слушайте, скольким людям не только яблоки, кокосы на голову падали, понимаете? И они не стали Ньютонами. Почему? Потому что Ньютон углубился в тему, он сделал очень много, исследовал, изучал, он узнавал, он совершил много действий на углубление. И поэтому Бог ему помог этим яблоком и углубил еще больше. Понимаете? Вот точно так же происходит абсолютно в любой технической базе. Мы все по образу и подобию, только мы углубляемся в разные темы. Я не думаю, что в мире очень много людей, которым настолько интересны психотехники, как и мне, да? Но наверняка такие есть. Если я углубляюсь в эту тему, то это не значит, что дядя Вася, который рядом, будет углубляться в эту тему. Он вообще может углубляться в устройство автомобиля, там, улучшать двигатель, делать там форсаж, еще там что-то, да. И у него на этой почве будут рождаться его озарение, его углубление. Но в любом случае озарение и углубление, и глубокое осознавание процесса рождается только тогда, когда человек совершает какие-то действия. Через действие. Познание идет через действие, через свой собственный личный опыт. И вот когда мы начнем говорить о собственном опыте, здесь надо понимать, что собственный опыт надо иметь и в трансовых моментах тоже.
он обязателен. Потому что, когда вы приходите, например, в какое-то сообщество, где вам говорят про опыт Будды или Мухаммеда, или там еще какого-то гуру, или там вообще неизвестно кого, да, ну вот мы-то знаем самых основных религиозных деятелей, есть там святые, есть еще, и вот человек говорит, вот он вот так чувствовал, он вот так понимал, значит, ты то должен делать вот так, и ты тогда так почувствуешь, и вот так поймешь. Да ничего подобного. Мы каждый пришел со своим программным убеждением. И мы каждый по-своему будем чувствовать подъем энергии. Мы по-своему будем чувствовать опыт проживания определенный. Мы по-своему будем выносить свои озарения и свои осознания. И сколько бы вас яблоками не закидали, вы не изобретете закон Ньютона, не выведете, да? Потому что у вас будут свои законы, над которыми вы работаете и на которых вы углубляетесь. И это надо понимать. А вот... Ответила я на этот вопрос или нет? Как выйти из-под влияния, да? Основной вопрос. Еще, вы рассказали о всех кирпичах или речь идет только о концепциях? Имеется в виду вываливание системы ценностей определенных, я так понимаю, определенных моментов, которые приходится менять в жизни. Нет, я рассказала не о всех кирпичах, на самом деле мы поговорили только о концепциях. Для примера приведу такой момент. Много лет назад я встретилась с человеком, который занимался телепортацией монетки. Вот он брал два кошелька, вот из этого в этот кошелек клал монетку, а в этом кошельке находил монетку, да? И у него хобби было такое. Честно говоря, в тот момент, когда мы с ним общались, у меня возникали сомнения в его адекватности, я ему не поверила, да? Но почему я его сейчас вспоминаю и часто вспоминаю? Тогда он говорил: Наталья, для того, чтобы найти монетку в этом кошельке, надо иметь очень устойчивую психику. Потому что если вы точно знаете, что вы положили сюда, а нашли вот здесь, то вашей программе ума надо как-то объяснить, как вы ее здесь нашли. И если она не объяснит, у вас будет психоз, у вас будет срыв, и у вас будет психиатрическая больница. Я ему не верила. И поэтому вот в период времени, когда там рождались там те же самые видео с телекинезом, еще с чем-то, мне эти вещи давались достаточно легко. А вот моя программа ума знала четко, к чему их привязать, к каким ощущениям в собственном теле, к программам сна, да, к сну тоже можно привязывать, потому что для нашей программы ума это такая же реальность, как вот материальная реальность. Вот еще к чему-то мы можем делать привязки. А вот, но есть вещи жесткие, например, когда может действительно закачать и заштормить. И очень хорошо, когда у вас в арсенале есть набор концепций, да, и в этой концепции есть вещи абсолютно антинаучные, недоказанные, да, которые никоим образом к науке не имеют отношения, ерунда какая-то. Но ваша программа ума к ней привязывается и позволяет в материальном мире проявляться чему-то. Вот представьте, вот вы сейчас сидите, у вас на столе вдруг материализовался перстень отца и бабы. И вашей программе ума не к чему его привязать, как он у вас появился на столе. Она будет метаться и говорить: нет, это бабушкин, нет, наверное, мать оставила, или жена забыла, ой, наверное, ребенок украл и так далее. Вот этот вот говорильня в голове будет длиться до тех пор, пока вы себе этого не объясните. И если вы себе этого не объясните, то будет психоз. Это так работает в нашей голове, в нашем сознании. Поэтому чем больше у вас в голове есть концептуальных объяснялок на тему седьмого плана, каких-то концепций по материализации, еще почему-то, ну, тем легче вам самим воспринимать какие-то проявления в жизни. А на самом деле какая разница? Ну, прекрасное совпадение, вы там нарисовали, чего вы захотели, потом случайно увидели и получили это в жизни, да? Это же вообще норма бытия. А почему нет? Да просто кто-то пошил, кто-то, и это так случайно сложилось, да? Случайно это тоже момент объяснялки нашей для самих же себя. Но когда это происходит вот в том дальнем мире, который потом будет дорисовываться Богом, да, наш сознании. А вот у нас это легче проходит. А если вот в моменте здесь и сейчас, и это раз, и на материализацию, очень тяжело идет. Поэтому я за то, чтобы все-таки концепции рассматривались, изучались, да, и наблюдались, и использовались по мере надобности. Вот и все. Без ограничений использовались, господа, без ограничений. Все ограничения, которые мы себе пытаемся придумать от программы ума, мы можем удалить и в дальнейшем использовать вместо ограничений состояние. Это значительно более
экологичный вариант работы на достижение определенных результатов. Но любой результат, абсолютно любой результат, должен быть привязан к материальной действительности. И если вас где-то в какой-то концепции, в какой-то системе, где-то вам отрывают духовное от физического, адьюс, нерабочий вариант, секта, которая дурит голову. Как перейти к наблюдению концепции, как не погружаться в концепции? Да, бывает такое, когда человек боится, что он попадет в секту, а психотехник много в сектах, действительно. Как не попасть под влияние? И как остаться в позиции наблюдения? Это на самом деле очень хороший вопрос, но дело в том, что не попасть, не погрузиться не получится. Но мой опыт, во всяком случае, так говорит, потому что операция имеет смысл не на опыт Будды, как я говорила, а на свой собственный трансперсональный опыт. А свой собственный трансперсональный опыт изменит вас и, соответственно, изменит материальную реальность вокруг вас. Да? То есть в любом случае, если вы решаете заняться какой-то системой, освоить ее, да, если вы решаете познакомиться с какой-то концепцией, то так или иначе ее надо изучить, так или иначе надо прожить опыт, так или иначе наработать привычки, но осознанно остаться в наблюдении, чтобы иметь возможность после того, как вы изъяли оттуда все, что вы могли взять в плане информации своего собственного трансперсонального опыта. Опираться надо на свой трансперсональный опыт. Но вот еще раз повторюсь, после того, как вы изъяли это дело, тогда можно проститься, поблагодарить и раствориться. Да? Просто так не погрузиться в концепцию и познакомиться с ней, например, через чтиво в интернете и так далее, не получится. Надо прожить, надо, чтобы наработались привычки. Надо, чтобы наработались моменты своего собственного жизненного опыта, потому что в дальнейшем наша программа ума, например, вот если вернуться к предыдущему пункту, чтобы не посыпались кирпичи, да, наша программа ума будет опираться на наш собственный опыт, на наше собственное сновидение, на наши собственные результаты, на наше собственное проявление, осознание, озарение и так далее. Да? То есть у нас внутри должна быть эта информация, она должна уже быть прожито нами. Поэтому вот совсем отстраниться от концепций не получится. К ним просто надо относиться осознанно. На все ли я вопросы ответила? Я за свой собственный трансперсональный опыт. Это да. Ну, наверное, пока на все вопросы я ответила. Все, что касается, да, вот такой вариант здесь тоже вот человек пишет, муж изменился, да, и пошел момент такой, вот как изменила концепция, там какая-то мировосприятие, второе лицо, но реагирует жена, да. Давайте наработаем привычку, это очень важная привычка, задавать себе вопрос, зачем вот сейчас изменился мой муж, зачем он посмотрел это видео, зачем мне это? Да? Зачем мне то, что там мой сын попал под влияние? Зачем мне, что там мой там кто-то попал еще куда-то? Зачем мне? И находить, что Вселенная хочет сказать вам лично, вот этими действиями других лиц. Ведь ваши души уже заключили договор на эту игру, да? Ваши души из любви заключили этот договор, не из чего-то. И эта игра идет, и это значит, что в вас причина того, что это развивается. И в вас тоже, да, так будет правильнее сказать. Вот, и остается только признать право сына, право мужа, право близкого человека на такое проявление, да, с одной стороны. С другой стороны, ответить себе на вопрос, что же во мне сейчас подсвечивается, и какая программа сейчас деструктивная во мне должна вывалиться, какие кирпичи мне сейчас надо заменить, да. Это сложный момент, мы не привыкли так задавать себе вопросы, потому что зачастую за вот этими ответами, зачем, стоят какие-то травматические, травмирующие ситуации с детства, из опыта родителей, иногда генетические программы и так далее, иногда их очень болезненно самостоятельно просматривать. Поэтому мы, как правило, ускользаем от этих вопросов, да, пытаемся обмануть самого себя.
Ну, я не призываю за то, чтобы обманывать, я призываю за то, чтобы честно эти все вещи делать, раскладывать для себя. А для этого надо наработать сперва привычки. Привычки реагировать на внешний мир, как на зеркало, у нас закладываются не на таком большом количестве техник, как вы думаете. Да? На самом деле не так много систем, где нарабатывается тупо привычка задавать себе вот этот вопрос и искать то программное убеждение, которое у нас сейчас подымется. Вот из тех, кого я знаю, вот это реально есть в тета-хиллинге, это реально есть во вьюинге, это реально есть, ну вот в системе Нарбекова я встречала, но там на этом не делался акцент, да. То есть, ну, внешний мир, зеркало, все, на этом все закончилось. Привычка. Важно наработать привычку, задавать себе вопрос, что сейчас отражает этот мир, зачем мне это надо, и что я должна изменить в себе, чтобы это отражение удалилось из моей жизни, если оно меня не устраивает, либо что я должна еще сделать, чтобы оно усилилось, если мне это нравится, доставляет удовольствие, да. Вот, поэтому обращать внимание имеет смысл только на себя. Все, что вне нас, имеет смысл позволять, принимать и признавать право на такое проявление. Потому что все равно все остальное находится в нас. При таком подходе у нас появляется подход, рождается подход к сотворению. Потому что если вот этой привычки не сформировано задавать себе такой вопрос, то сотворца как такового еще не формируется. Еще есть жертва, жертва чьих-то действий, жертва чего-то выбора. Еще есть некто, кто неосознан настолько, что переносит внимание вовне, вместо того, чтобы разобраться с тем, что есть внутри, что внутри мешает двигаться дальше. Вот как-то так. Если остались вопросы, задавайте. То, как мы работаем с состояниями для того, чтобы, то есть ограничивающие какие-то рамки мы можем убрать состояниями. Например, о чем говорю, вот убить человека, ведь это же плохо, это же зло, да? Значит, надо ограничить человека, не убей. А можно не ограничить, пожалуйста, на нож иди убей. Что определяет, пойдет он убивать или нет? Но ведь мы можем управлять этими процессами осознанно. И здесь ключевую роль будут играть состояния. Это тема нашего следующего ролика. До новых встреч. С вами была я, Наталья Зайцева.